Во-первых, продавцы будут работать в перчатках и масках и регулярно менять средства индивидуальной защиты. Во-вторых, все санитарные нормы будут соблюдены. Во дворец будут пускать четко 5 человек. Так что представители рыбной лавки просят покупателей быть благоразумными и приходить в маске и перчатках. Что останется прежним – это ассортимент и качество продукта. Чевыча, нерка, кижуч, горбуша, палтус, корюшка, кумжа, красная икра и многое другое из самого сердца Камчатки. Выловлена и произведена вся продукция в далеком, нетронутом большой цивилизацией Камчатском крае. Причем рыба транспортируется исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. Напоминаем, приобрести дальневосточные деликатесы можно с 25 по 30 мая во дворце имени Ленина со служебного входа.